здоровье. Учеба с риском для жизни. В селе Струговка, это Приморский край, школьникам приходится преодолевать непростой и даже опасный участок, чтобы прийти на занятия. По такой дороге, по такому мосту, дети в селе Струговка ходят в школу каждый день со школы. Чтобы не идти по лужам, не идут по обочине моста, где нету никаких ограждений, высота приличная. С утра сколько детишек уже прошло. Внизу речка, камни. Сейчас еще воды много. Да, мало воды.